Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Екатерина Герасименко, начальник отделения розыска управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу, майор полиции, и Стефан Ангелов, заместитель руководителя штаба «Мы рядом», движение «Волонтеры Подмосковья», общественный деятель Одинцовского округа. Здравствуйте. 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 Екатерина, в период с 17 по 18 марта на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Расскажите о результатах. Сотрудниками управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу проведен второй этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» совместно с правоохранительными органами участников государств СНГ с участием Федеральной службы исполнения наказания и Федеральной службы судебных приставов. В период операции удалось задержать 13 человек, разыскиваемых в том числе и правоохранительными органами участников, стран-участников СНГ. Четверо из них были задержаны на территории других регионов Российской Федерации. Два человека задержаны за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере. Екатерина Евгеньевна, приведите статистику по людям без вести пропавшим, которых, к сожалению, не удалось найти. Всего с начала года зарегистрировано на территории Одинцовского городского округа 214 сообщений о пропавших людях. Трое из них в настоящее время остаются ненайденными. Мы просим всех, кто сейчас видит на экранах ориентировки на данных граждан, если вам известна какая-либо информация о их местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам. Ушедшие из дома несовершеннолетние – это отдельная направленность вашей деятельности. Какое количество подростков данной категории уходит из дома? Как ведется работа по их поиску? В настоящее время в розыске несовершеннолетних у нас нет. Всего зарегистрировано было 36 сообщений, все несовершеннолетние найдены. Конечно, когда поступает сообщение о пропаже несовершеннолетнего, это всегда оперативное реагирование и всегда реагирование служб всех на территории Одинцовского городского округа, в том числе и общественные организации, которые помогают нам в этой работе. Стефан, вы не случайно сегодня находитесь в нашей студии, тоже присоединились к этой деятельности и активно включились в эту работу. Расскажите о совместном проекте вместе с управлением МВД России по Одинцовскому городскому округу. Да, и с МВД России мы сотрудничали, и с организацией «Лиза Алерт» давно знакомы, подключались зачастую просто как обычные граждане. Потом возникла идея подключать на эти задачи волонтеров. Мы провели беседу с нашими ребятами и по нашему округу, и в целом по области. У них вызвал интерес, желание возникло помогать, подключаться. И, наверное, уже где-то вот месяца два мы прошли обучение краткое, вводное, после которого мы стараемся подключаться на поиск людей. Это и расклеивание ориентировок, распространение информации по группам. Также выезжаем на поиски, пока, ну, то есть, если какие-то поиски идут в лесу или на каких-то сложных территориях, с нами едут уже более опытные наставники из «Лиза Алерт», которые помогают и рассказывают, как и что лучше делать. Чуть позже будем обсуждать акцию, то есть лучше предотвратить потерю. И будем информировать граждан, проводить опросы, знают ли они, что нужно с собой брать, если они выходят в лес или на какие-то дальние территории, и как действовать себя при потере. Сколько на сегодняшний день в этой деятельности задействовано волонтеров? По нашему округу на каждый поиск выезжает где-то 3-5 человек, но потихоньку это количество увеличивается, и будем подключать уже ребят из всей области. Екатерина, обучение вот в этом случае важный элемент? Конечно, очень важно знать, как правильно вести себя на поиски, чтобы не навредить, да, не увеличить количество пострадавших. Обязательно каждый доброволец должен знать, как правильно выполнять ту или иную задачу. Для этого мы провели уже, как сказал Стефан, первое вводное занятие, также провели несколько дистанционных обучений и запланировали на будущее также до, так скажем, сезона активного обучиться в полном объеме. Приближается дачный сезон, весна
наконец-то вступает в свои права. Лето, грибы. Вот Стефан уже сказал о том, что планируется проведение профилактических акций. Ведь очень важно именно предупредить. Конечно. Как будете действовать совместно? Есть уже планы? Да, у нас есть планы проведения таких полевых обучений. Мы проводили обучение, как я уже сказала, дистанционно и в штабе. И теперь у нас запланировано учение уже непосредственно в природной среде. Как правильно действовать при поиске без вести пропавших родственников в лесу? Ну, родственникам необходимо сразу же сообщить на телефоны оперативных служб, 112 обязательно нужно набрать. И если сам близкий из леса позвонил родственнику и сообщил, что он пропал, ему посоветовать также обратиться на 112, чтобы его смогли определить местоположение. И дальше уже будут работать службы, постараться не высаживать телефон тому человеку, который находится там, потому что это может быть единственная ниточка, да, которая поможет оперативно его найти. Что необходимо иметь в наборе, когда вы отправляетесь в лес просто погулять за грибами, не знаю, подышать свежим воздухом? Ну, если вы уже собрались на природу, то необходимо, конечно, в первую очередь сообщить, куда вы идете, да, в какой лес, где вы будете заходить, на какой период времени вы идете. Обязательно взять с собой телефон, предварительно его зарядив, взять с собой пауэрбанк для того, чтобы, если телефон разрядился, обеспечить его зарядкой, взять с собой какой-то перекус, если вдруг вы заблудились, да, чтобы до прибытия служб вы могли перенести это время. Взять с собой обязательно нужно воду. Также спички, чтобы можно было развести костер. Если человек умеет пользоваться средствами навигации, навигатором либо компасом, то тоже необходимо взять с собой. Также, собираясь в лес, оденьтесь в яркую одежду. Чтобы было проще найти. Да. Стефан, есть дополнение? В принципе, Екатерина все сказала. Про компас были случаи, даже когда человек не пользуется, им не умеет пользоваться, он может помочь при звонке спасателя, и он его уже сможет направить, как им пользоваться и куда лучше подойти. Спички, вода, не знаю, там заряженный телефон и свисток. Яркая одежда. А, и свисток, да, потому что бывают случаи, когда человек долго находится в лесу, уже сил нету, кричать, и когда спасатели или люди будут кричать, искать, он может свистком, не затрачивая силы, издать сигнал, чтобы его уже могли найти и понять, где он находится. Насколько активно члены вашего движения вот включились в эту работу? Есть ли еще желающие? Готовы ли вы их принять в свои ряды? Желающих очень много уже из нашего штаба. Звонки идут с других округов области, тоже, которые хотят подключаться. И ребята даже, которые не волонтеры, мы всем всегда рады. У нас сейчас как раз зарегистрирован региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, который объединяет практически все объединения волонтерские и НКО. То есть могут ребята приходить, даже уже если есть зарегистрированные организации. У нас штаб – это как платформа для развития этих организаций и поддержки. Мы всегда будем рады помочь им, там, в некотором роде быть и наставниками, и друзьями, советчиками, и вместе уже развивать добровольчество в нашем округе. Важна помощь волонтеров, Екатерина? Да, конечно, мы с добровольцами взаимодействуем уже 100%. Мы уже взаимодействуем с добровольцами на протяжении более 10 лет, и они нам очень помогают. Ваши рекомендации, советы, алгоритм действий для наших жителей, когда человек потерялся? Необходимо позвонить на телефон оперативной службы на 112 и постараться сохранить свой телефон в тепле, чтобы он не разрядился, и оставаться на месте. Не пытаться выбраться? Нет, не пытаться выбраться самостоятельно. Но, опять же, если известно место, куда вы зашли, если у вас есть телефон, то вы, позвонив и сообщив, что вы потерялись, оставайтесь на месте. Потому что если вы будете двигаться, вас будет очень сложно найти. Разведите костер, если есть спички. Постарайтесь сохранить тепло, как я уже сказала, телефоны и себя. И ожидайте прибытия оперативной службы.
Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.